Вот такая квартирка. Это вид от окна на входную дверь. Под входной дверью валяется простыня, потому что там щель в палец толщиной, и оттуда сквозит. А холодно, и почти не топят. Холодная Европа загибается без русского газа. Так, смотрим, что еще у нас тут есть. Прихожая. Очень большая прихожая. Да. Санузел. Смотрим, санузел. Вот этот уголочек, это лестница на второй этаж. Полотенцесушилка. Душевая кабинка. Видите, как я тепло одет? Это потому, что дома 18 градусов. Сортирчик. Пошли обратно. Вот, это вид от входной двери. Мерзнет Наташка. Балкончик с видом на море. Море не видно, потому что оно за деревьями и за домом. Рабочий комп. Лестница на второй этаж. Ну, типа кухня. Клевая кухня, правда? Он огромный холодильник, микроволновка, чайник, плитка. Ну, собственно говоря, все. Так. Журнальный столик. Джим Бин. Угу. Пылесос. 100 евро, между прочим. Плитка, кстати, тоже 100 евро. Абстракционизм какой-то. Температура. Ну, 19 градусов. Вчера начали немножко топить. Батарейки еле теплые. Но температура поднялась на 2 градуса. Было 17, стало 19. Балкончик. Вот где-то там за домами море. Метров 300. Метров 300. Вон там видно деревья, за которыми дюны. Вот. Это, собственно, вот автобус повернул на местный Бродвей. Вон там, где вот машина едет. Нет, она пересекла. Это местный Бродвей. Курортная зона. Там вон ресторанчики всякие. Подоконничек. Интернет. Радио говенный. Говенный радио, интернет, лестница на второй этаж. На втором этаже, как это называется, когда под крышей, забыл слово, мансарда, наверное, такая вот углом, вот это. Случайный ночничок. Лампочка выключена, но при этом тлеет. Ноль с фазой перепутали или что-то в этом духе. Что-то такое. Невыключаемая лампочка. Негасимый свет. Ух, какая лестница. Так, это у нас вид на что? Ну, обратно на море. Где-то там, за деревьями. Летом, кстати, парковки платные. Зимой бесплатные. Вот этот наш второй этажик на мансарде. Это фактически уже третий этаж здания под крышей. Отопитель. Включишь отопитель, разоришься на деньгах. Электричество дорогое. Сейчас порядка 30 центов за киловатт-час. Обещают еще поднять после декабря.
Рабочее место валика, как всегда, с тряпочкой. Пыль стирать. Ну и опять окно на запад. Окно на запад. Знакомый вид. Вот такой второй этаж. Ну чё, вроде все показал, да? Ну все.